Всем здорово, друзья! Сегодняшний гайд у нас будет на Оракла, и что я вам скажу по данному персонажу? По истории, этот персонаж поистине великий убийца среди Оракулов, и он вершит судьбы всех, кто попадается ему на пути, будь то союзник или враг. За годы практики он отточил искусство убивать, но несмотря на это, ради общей безопасности он готов пожертвовать собой ради жизни мирных жителей или своих союзников, в случае, если это потребуется. Интересно? Тогда погнали смотреть этот гайд. Ребят, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на канал, чтобы быть осведомленным челиком, как я. Поехали. Итак, друзья, говоря о первой способности, следует помнить несколько моментов. Во-первых, первый момент. Это ченнелинг, то есть, соответственно, это можно прервать. Если нам прилетит стан, то данная способность прервется. Второй момент. Это массовые пурги, которые имеют 300 АОЕ. И наносит определенный дэмэдж в зависимости от уровня прокачки. Вся эта тема кастуется, как написано, 3 секунды. Но по подтвержденным источникам эта способность у нас кастуется 2,5 секунды. И соответственно далее накладывается оцепенение, равное времени нашему касту. То есть соответственно 2,5 секунды простояли и 2,5 секунды будет у нас оцепенение. Как это будет работать? Смотрите, кастуется, Doom может ходить и... Произошло оцепенение, и Doom ничего не может сделать. Также попутно нанесся дэмэдж, и в конце задебафились все положительные бафы на данном персонаже. Если там был Bloodlust Ogre, то, соответственно, он слетит. Также, если кто-то в АОЕшке был рядом с ним, также у них послетают положительные способности. По данному спеллу, в принципе, давайте разберем полевельно. Первый левел у нас будет наноситься 90 урона, на втором 120, на третьем 150, на четвертом 180 урона. По колдаунам 15, 12, 9 и 6 секунд колдауна и монокост равный 130 единицам. В принципе, все, что нужно знать об этом спелле, я вам рассказал. Это диспел всех бафов плюс ченнелинг. Если, допустим, мы его сразу прерываем, то, соответственно, и сразу прерывается наш ченнелинг и оцепенения не будет никакого. То есть, чем дольше мы стоим, тем дольше будет оцепенение. В принципе, все. Погнали смотреть второй спелл. Второй спелл на нашем персонаже дарует нашим союзникам или нашим enemy разоружение полное, то есть мы, соответственно, не можем атаковать, но и также получаем 100% сопротивление к магическому урону на определенное время, в зависимости от уровня прокачки. Смотрите, на первом левеле у нас будет равняться эта вся тема 3 секундам, на втором 4, на третьем 5 и на четвертом 6 секунд дизарма и сопротивление к магиям равно 100%. Колдаун у нас будет составлять 12 секунд и монокост 50. Это направленная способность, опять-таки я повторюсь, можно как на enemy, так и на союзника накинуть. Если мы накинем эту тему на союзника, то наш союзник не будет получать магический урон, но и также не сможет никого бить. Смотрите, я вам сейчас это продемонстрирую. Свен не может атаковать, у него просто, вот сейчас могу атаковать, просто нету рук, висит дизарм и все. Ну и также... Можно это делать на enemy также не может бить, но также он не может получать какие-либо атаки со стороны магии. В принципе, все по этому спеллу. Этот спелл позволяет нам игнорировать в комбинации урон с третьего спелла. И, в принципе, можно так подхиливать союзников, не нанося дэмэдж и продолжать хилить. В принципе, по этому спеллу все. Погнали на третий спелл. Третий спелл на данном персонаже позволяет наносить очень много фастового урона. Калдаун на данном спелле составляет 2,25 секунды. Вы представьте, раз в 2,25 можно наносить на четвертом левеле 360 урона. Но и последовательно после этого урона захиливать на 44 хп регена в секунду. Длительность данного хп регена будет равняться 9 секундам после того, как мы нанесем урон равный 360 на ласт левеле. Монокост у нас будет составлять на первом левеле 50, на втором 60, на третьем 70, на четвертом 80. Про колдаун я уже сказал. И полевельно мы будем наносить на первом уроне, на первом левеле 90 урона и 11 хп регена. На втором левеле 180 урона и 22 хп регена. На третьем левеле 270 дэмэджа и 33 хп регена. И на четвертом левеле, соответственно, 360 урона и 44 хп регена в секунду. Очень мощный спелл. Как это работает, примерно я вам сейчас покажу. Смотрите, мы нажимаем данный спелл на нашего союзника и наносится ему урон. Далее происходит хил. В течение 9 секунд этот персонаж будет хилиться.
комбинации с вторым и третьим будет все довольно-таки просто. Если же какой-то enemy продамажит нашего союзника, мы можем кинуть второй и нанести этот урон, который заблокируется, и сразу пойдет хил. В принципе, все просто. Также это работает на enemy. Мы дамажим enemy, и далее идет хил. Очень важно понимать то, что первый спелл у нас диспелит. Но, как видите, бафа у нас тут нету. Нету бафа. Но это ни о чем не говорит. В комбинации это юзается так. Мы юзаем damage и сразу же пуржим эту всю тему. И персонаж у нас не хилится. Как видите, третий спелл сбивается. Вот такая вот особенность. В принципе, по третьему спеллу я все рассказал. Идет 9 секунд. По дэмэджам рассказал, по колдауну сказал и по монокостам тоже. Погнали смотреть ультимейт. Ультимейт на данном персонаже позволяет отсрочить судьбу союзника, откладывая любое лечение и получение урона до конца действия этой способности. Любое лечение, применяемое на данного персонажа, на ком будет висеть этот ультимейт, будет иметь 2x режим. То есть, соответственно, любой хил будет работать в 2 раза сильнее. При применении способности цели снимается определенное количество всех бафов. То есть, соответственно, какие-то негативы, если были, этот спелл может спокойно это развеять. Ну, в принципе, по этому спеллу все, конкретно по фишкам. И теперь давайте посмотрим по левельную составляющую данного спелла. Смотрите, на первом левеле длительность данной способности будет у нас идти 6 секунд, на втором 7 и на третьем 8. По монокосту у нас 200 маны всегда и колдаун 80, 60 и 40 секунд. При этом персонаж, как 83-й карты, не уходит у нас в инвиз, а остается видимым и, соответственно, дасты никакие не нужно покупать, чтобы видеть enemy на 85-й карте. В принципе, по этой способности все. По окончанию данной действия, как я уже данного действия этой способности, нашему союзнику нанесется весь урон, который наносился до того, как был накинут ультимейт, и во время этого, соответственно. Ну и в принципе по этой способности все. Хилы также я все уже сказал. Такая вот способность, ребят, позволяет очень жестко подсейвливать наших союзников или самого себя. Но не стоит забывать, что по окончанию данной способности весь урон будет возвращаться обратно. Ребят, можно во время вот этой темы засейвиться с помощью креста и, соответственно, если кидать его, этот спелл на Абадоне, на Абадона самого, и Абадон, если будет успевать нажимать ультимативную, то, соответственно, весь тот дэмэдж, который нанесся, если этот дэмэдж превышает хитпоинты союзника, будет превращаться в хил. Это именно касаемо Абадона. Ну а так, в принципе, крестом можно засейвить нашего союзника в случае, если количество урона больше у нас, чем здоровье самого союзника, если мы не успели вдруг на оракуле выхилить нашего союзника. Поэтому ультимейту все, остается только практическая часть. Сейчас я вам ее покажу, соответственно, как можно качать того персонажа фаново или же серьезно. Это очень сильный саппорт, позволяющий как подсейвить, так и, в принципе, надрать задницу. Ребят, что ж, погнали смотреть геймплей. Так, ребят. Начинается у нас каточка, будем смотреть. Так, что постоянно все просят, сделай же, блин, ну чтобы там как-то было понятно, кто враги, кто наши друзья, ребят. Ну, я не знаю, но тут просто как голова мыслит, так будет у вас враг и друг. Смотрите, в принципе, у него такие способности, которые позволяют сейвить. Сейвить максимально сильно, либо же очень много дамажить, фастов дэмэджа очень много, то есть в комбинации с какими-то станами, допустим, с какими-то еще фастовыми дэмэджи, это просто фрикилы, допустим, если кентавр будет, это 1, 2 и 3, кентавр дает 1, 2, и я, соответственно, третьим добиваю, или наоборот, я блочу там дэмэдж кентавру специально, чтобы кентавр писал, ты мраз там и тому подобное. То есть тут вариативность такая, что как хотите, так и делаете свою игру. И, соответственно, говоря уже именно о серьезных контрпиках, это Оракл стандартный маг, как я повторюсь уже, который не любит, в принципе, какие-то моноберные наруба, слардаров со своими амплификациями, плюс очень много дэмэджа. Не любит станы, в принципе, все, что не любят обычные... Все, что не любят обычные герои, в принципе, тот же самый не любит у нас Оракул. Аппарата, в принципе, я должен изи в миде убивать. Тут, я не знаю, просто к маме не обращаться, на вы.
Просто изи, по идее, фраг ходячий, потому что я смогу быстренько сливать его 500 хитпоинтов. Можно будет его немного размять, этого пацанишку. И попробуем сейчас немножко... Он сейчас, походу, умереть хочет, если честно. Сейчас я подпушу линию. Я, в принципе, гоу в наглую. О, он нам третий дает. О, да он же тут умирает. Умирает. Чуть поддизейблим. Все хорошо. Кликает. Ганг на топ. Да, я сейчас должен третьим левелом побежать ребятам, помогать гангать. Они не справляются. Вдвоем не справляются с Омничком. Ребят, ну это вот такое. Смотрите, что я вам расскажу про этого персонажа еще. Очень полезно этим персонажем играть с Хускаром. Хускар, как вы знаете, бегает постоянно на лоу хп. То есть накинуть ультимейт вовремя. Плюс хилочка Хускара, которая хилит 2х во время работы ультимативной. Это просто будет просто ядерная смесь, которая будет просто уничтожать все, что движется. Просто в саппортинге этот персонаж не менее опасен, нежели чем просто так вот пофаниться там, поиграть через догончик, как мы сейчас будем играть. Помогите, помогите, пишет у нас Пуч. Я бабочка, помоги, помоги, а карманы. Бабочка шпионит, понимаю. То есть, как бы, тут как вы развернетесь, так и все будет. Это сама вот тема понимания, враги и друзья. То есть, ребят, ну это все зависит от того, как вы мыслите и тому подобное. У нас тут кто? Друзья. Огур у нас тут друг тотальный. Потому что он будет давать стан, будет поддерживать немного вот эту тему. И, соответственно, время. Так, гол немного похарасим. Сняли. Хорошо. В наглую тычкуем, я не знаю. Просто. Я слышал звук виндлока, но я не понял, что тут Баунти Хантер. Понятно. Ща приду. Бират, напишем. Берем. То, что я хотел давно поставить, но у меня не дошли руки, потому что взял сапог и ботл. И сейчас будем пацану жопку. Понимаете, да? Ребят, пойдем, как уже повторюсь, через догончик. Пойдем через догончик, через всю вот эту сладенькую тему. И, соответственно, будем профессионалами. Так, ну пока бесплатная мана, можно немножко похарасить. Давай, бегом, сын Спарды. Найс, перевел. Че услышал, то и перевел. Божечки. Дэйм, как сказал бы Бальтазар или Let's Go. Найс. Просто, ну, аппарат, видимо, не знает скиллов Оракла, поэтому так сильно ошибается. И поэтому, ребят, просто сейчас рашим догончики. Еще поиграем. Такой, знаете, что он пишет? Я такой злой, знаете, еще поиграем, я сейчас закомбечу. Ребят, ну, бывает, ребят. Не хочу обижать аппаратика. Аппаратик не знает просто, как работают скиллы. Надо ему посоветовать сейчас... Подписывайся на мой канал. У меня выходят гайды на героев. Будешь знать, что делает Оракл. И также гайд на аппараты есть, ребят. Не забывайте, уже 33, по-моему, персонажа я написал. Соответственно, есть у нас ультимативная. Хорошо, задиспелили. Хорошо. Сейчас я ему подровняю. Идет на ботом, походу, да? Он пользуется виженом, но тут ему не поможет это. Вижен, в принципе. Вставляем тут нулик, беспалевно идем. За рункой. Типа там вообще приходит Баунти Хантер, забрал нулик. Понимаю, а здесь дурачок. Сейчас бы на вражеской стороне нулики оставлять. Понимаю. Ребята, поймите меня, пожалуйста. Так, далее. Дагон. Рашим Дагон. Я не верю, это не Хеназис. Я не верю. Ну, братишка, будешь смотреть видосик? Помаши ручкой. Так, ну не добиваю.
Обязательно. Ну, аппарат, видите, вообще ничего не может сделать, то пытается. Можно сейчас наглую даже, в принципе. Пол хп, братан. Хускар. Хускар, кстати, мой злейший враг в этой игре. Пробуем забаунтить. Баунти хантера, забаунтить. Очень сильный атак спид, кстати, у нашего персонажа, ребят. И в профите нам будет сейчас, конечно же, второй качнуть, чтобы немного смягчать демеджа с Ускара. Второго. Давайте качнем. Файтим. Файтим. Да что ж такое-то? Хорошо. Его подхилимся чуть-чуть. Ребятки. Братан, не успел. Не успел, братан. Понимающий Баунти Хантер. Понимающий. Не было второго еще ему накинуть. Чтобы совсем ему было туго. Ребят, можно собраться вообще, в принципе, в кора, кидать себе ультимативную. Хилять себя как можно сильнее и... Ждет, по-моему, второго, да? Ну, вот тут поставит сентри, просто я ему... Второго сентрика ждет с курьера, я ему просто дам второй и разобью снова. Разобью снова. Святую тему. Кидал. Да, ну, трек я буду диспелить себя. Одной кнопкой, нажатием одной кнопки, в принципе, это несложно. Найс, руна хорошая. Хорошая руна, гоу. Отпиваться сейчас. Выложим. Гоу, отпиваться. Хорошо. Баунти Хунтер. Ну, я с треком. С треком на лице. Накину еще раз, он по КД меня бафает этим треком. Тоже контрпик хороший. Эх, подойди. Не догоню, не догоню. Погнал. Пешку на базу. Хорошо. Хорошо. Гоуварды. Так вот сделаем. Хен, это ти, хен, гоу. Да, это я, брат. Ускар у нас тут пытается жить, но немножко не доигрывает у нас парень на Ризраке. Нужно было чуть-чуть пилу подержать, а не сразу возвращать. Надо гайд на Ризрака сделать, чтобы люди понимали, что чистый урон. То есть, ну, когда уже видишь, что из пылы он сейчас выйдет. Понимаю. Докажи, понимаю. Хорошо. Хорошо. Так, вардик есть. Пойдет, можно поесть. Будем играть Steeler Gaming. И хочу очень сильно тут линку сделать. Очень хочу сильно тут линку сделать. Ой, ну блин, жалко ТПшечку, ребят, зажал. Я ТПшечку затранделся. Не видел, что Тракса там умирает. Можно было просто под сейв года. Плюс атака на развороте. Печалька. Очень, кстати, классная тычка у Оракла. Я рили уважаю ее, потому что рили классная. Но я не знаю, как вам объяснить, насколько она классная. Потому что она реально действительно классная. Очень интересная тычка, красивая, классная. Еще раз говорю, классная. А Огр мой друг, поэтому Огр пойдем душить. Огра. На автокасте стоит, серьезно? На автокасте. Тара-та-тара. Лол, ты, конечно, первый раз вижу огров на автокасте третьего спелла. А у меня что-нибудь есть автокастовое? Нету. Печалька. Так вот. Ладно, не знаю. Ушли, ушли ребята. Но есть, есть, видимо, какая-то инфа по мне, что я пойду сейчас на ботом, там, в атаку. Баунти Хантер тоже идет в догон.
Постараемся подсейвлять максимально. У нас защита от... Ой, уходите, уходите, ребята. Уходите, уходите, уходите. Гоу, короче, на центральную. Если что, с ТПшки прилетим, ребята. Пока не вижу смысла стоять там, охранять тавр. Линия подзапушена. Аппарат там, кстати, уплотнился. Купил поинт-бустеры, соответственно. Попытается что-то сделать более серьезное в игре, нежели чем фидить просто мид. Шарик проснулся. Молодец. Выполняет свою работу, так сказать. Шарик, молодец. Очень классный дэмэдж с руки у него, кстати, ребят. Очень такой приятный. Плюс 54 дэмэджа у меня, потому что тракса накидывает. И птички такие летают. Блин, классная анимация. Как у этого, как у Лишрака. Только поприкольнее. Лишрака зеленая птичка, а тут такая аква цвет. Я люблю такой цвет. Не подумайте, ничего плохого, но я люблю такие цвета. Очень красивый цвет. Добиваем тавер, в принципе, на изи поставим вард и... Жалко. Жалко, ну гоу. Гоу или не гоу? Я не достану даггер бы. Давайте next там даггер возьмем, чтобы фрикелять. Опять я не успеваю, низ прогуливаю просто. Чалька. Чалька. Просто тупо догон у меня. ТП-шку придержим. На топ, если что, хускара принимать. И надо мне даггер. Без даггера, конечно, не вижу смысла в этой игре. Хорошо. Забавно так выходит. Аркадий, помоги. Ща. Не знаю, зачем я на себя второй кинул. Дурачок, наверное, потому что... Лол. Закидывает меня. ПХ. Треками. Хочет треком убить меня. Послушай этот трек или там... Зачитаем там что-нибудь. Рэпчик, трэпчик. Ладно, не суть. Дурачок на здесь и несет, как обычно, какой-то бред. Изи. Гейминг. Ни разу не засейвил никого. С пацанов, но иду просто за рунами. Типа делаю, видишь, что это за руны. Ой, начинается у нас файт, начинает кушать у нас пуш. Тракса бьет в упор, прилетает ульт аппарата. Слушайте, ну надо ТП делать туда. Надо делать туда ТП. Ну, тракса нет. Тракса умирает. Гоу, лучше попробуем. Хускара, да, Хускара, найс пойти. Помоги убить. Понимаю. Все, я вижу, что все. Как бы зачем звал, если можешь сам. Чем звал. Сейчас даггера возьмем, ребят, будем с даггером врываться. Сразу сливать. Enemy. Баунти хантера надо убивать. Баунти хантер что-то знает постоянно. Баунти хантер такой. Ну, насчет некста бро не знаю, потому что тут надо бы катку выиграть эту. Operation. Возможно, будут какие-то тут неприятности. Так. Леорик, да, Леорик фармит. Вот даггер нужен просто, чтобы контролить. Омник не может на себя что, репел накинуть? Честно, ну кто-нибудь по-любому в комментах будет писать, почему Омник не кидал на себя репел. Гоу, по лесу. Гоу, по лесу. Какой левел? 9 уровень. Леорик, 14 минут фарма в лесу. Что там может быть с ним? Я даже не представляю. Гоу, если что. Есть. Хорошо. Пацана, вот этого надо. Можно даггер. Леорика нашел с рублей. А тут ГГ мне.
Сколько дэмэджа я впитал очень много дэмэджа. Right. Хорошо. ПХ нету, все, отходим. Пойдет. Очень много дэмэджа на себя впитал, сразу кинул на себя хилочку, чтобы подрегениться. Тоже и пойдет, пойдет. В принципе, могло быть и хуже. Баунти Хантера, Баунти Хантер внизу. Ребята, есть такая погрешность у меня, что у меня стоит карта вот эта, она стоит ужасно постоянно. Ну, все красные герои, соответственно, тяжелее. Тяжелее как-то. Тяжелее вот эта вся тема. Так, ну, дастов нет, ребят, но вы держитесь. Дастов нет, но вы держите. Вы держитесь, дастов нет, но вы держитесь. Шагол. Сольем. Реген. Гоу, попробуем его задушить. А, там аппаратус 900 хитпоинт. Ага, 1000. Ой-ой-ой, начинается файт, но Ризрак у нас там чатится, не мешайте. Успею ли я на грандиозный ли я под сейф? Успеваю, успеваю. Хорошо. Отлично. Грандиозный под сейф года. А с Dagger я с Dagger'ом вообще не прогадал. Просто исечка. Хорошо. Поласхитим тут крипчиков и уйдем. Хорошо. Кто там пунжа там приняли? Слушайте, ну я так думаю, нам тут некра нужны будут. Леорик фармит 2 на 1. Леоричек. Это серьезно. Вот так вот. И варды. Поехали. БХ догон. Тяжело будет, конечно, если там под треками работать. 920 СТ. 920 еще очень маленький СТ, но это временно, я думаю, потому что Bounty Hunter старается накидать как можно больше треков постоянно. Это не типичный Bounty Hunter, так сказать, из моих подписчиков, который трек в принципе не кидает. Потому что, как правило, у меня подписчик какой-нибудь врывается, не кидает никакого трек. И думает, а что не так? Я же собираю свой Battle Fury. Почему? Почему вы меня так не любите? Хиназис. Братишки, напоминаю, что гайды на всех героев будут. Потерялся в контроле я. Потерялся в контроле, ну это... Опа. Не вейжу, плохо. Начинается файт. Леорику надо дать такую тему. Так, будет ли тут, да, на пуджа тут начинается у нас файт, но попробуем подсейвить жопу пуджу. А, и сами сдохнем. Да, будет какой-нибудь подсейв. Но на меня никакого подсейва не было. Вот это плохо. Вот это плохо. Юзай байбек, чтобы развернуться и дать по щам Леорику. Очень наглый дагер. Печально. Ой-ой-ой-ой-ой. Это просто ультра печально, потому что я так не хотел умирать. Это просто стрик Леорику. Go Tower. Стрик Леорику отдавать, ребят, это очень плохо. И не знаю, я пытался именно сейвово играть на союзников, но видите, сам прогулялся. Честно так, эх, такой, знаете, ошибка, обидка. Ты же стример. Понимаю. Ты же стример, понимаю. Так, гоу, ребят. Один дефолт поставим. Один дефолт. Поставим один имба. И еще один имба. Но пока нет. Так, сделаем. Хорошо. Пацанам подхилили. Надо драку, ребят. Надо драку. Тракса тоже.
Как все тоже подхилим лицо. Ее один третий спел выхилит. Единичку. Кай. Хорошо. По мане просадочки вижу, ребят, какие-то есть у меня. Сзади заеплил. Дало вижу. Но он не попадет. Как не попадет? ГТшку просто. Доверго. Хорошо. Сек куру. Гоу, вот так вот. Низ. Низ, ребят. Гоу. Вот тут оставим вард. Возьмем иллюзии. Низ, ребят, я вард поставлю. Тут пойдем. Просто мы пойдем тут уверенно и будем душить. И все. Просто нечего нам бояться. Мы сейчас сильнее. Мне не подставится, я очень много подсейвлю. То есть тут такая сейвовая игрушка будет. И возможно, кстати, гайд на Оракла, она вот именно будет одна игра, потому что... Потому что смысла я не вижу две игры. То есть тут видите вы в принципе под сейф и сам damage дилерский вот этот состав вы тоже видите. Жаль, что нету сентрика, только чтобы игнорировать там аппарата. Аппарат ультимейт закинул. Вот так вот сделаем. Не успеваю. Ой-ой-ой-ой, вот это я ее. Вот это я ее, если честно, сейчас Траксу подставил, ребят. Ошибся, мисклик был. Кто там? Умник вылетел. Это плохо. Это плохо. Да что ж такое? Он же ж уже АФК вылетел. Почему вот такая тема? Ну, он уйдет. Как вот это понять, ребят? Чела кикают за АФК, и он вылетает в лагера. То есть, айкап, что с тобой не так? Вопрос сразу. Если бы не залагал чел сейчас, я уверен, что я сбил бы даггером на лёрике чел. Но тут, к сожалению, ребят, он уже успел. Он просто сейчас сидит так клацает, чтобы уйти, заэскейпиться. И ГГ. Ребят, в принципе, по айтемам... Оу, кик просто. Лёрик, ой-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 ой, ну буду сейвить пацана. Сейвлю пацана. Даю. Какой спел? Я не знаю, я пытался максимально что-то сделать полезное, но, как видите, слишком много дэмэджа. Подхиливаем пацана. Понимаю. Хорош, Bounty Hunter. Хорош. Дагона в лицо пацану дал. Есть у нас 16 левел. Сейчас ультимативная будет у нас. Хватит называть ульт ультимативной. Вспомнил комментарий. Ну а чё, ребят? Типа называю, как капоны называют. А почему нет? Интересно же. Интересно же. Интересно же. Прикольно же. Два даггера в куре, да, и у меня третий даггер. Гоу, на базу схожу. И можно что-нибудь в молнии собраться там по плану. Реюзать и куру там. Все хорошо. Гоу туда, пока варды стоят. И я хочу сентри купить, ребят, на самом деле. Сентри хочу купить. Дасты. Гоу продадим. Эх. Все, есть догон, есть мана, ненужная нахрен. Гоу. Bounty Hunter, шо, не вижу, что ли, тут есть? Смотрите, готовится у нас тут файт. Лёрик зажимает БКБ, нажимается. Жмется под сейф от меня. Я понял. Я понял. Unstoppable.
Настало мое время, что сейвиться нужно. А, он все равно сейчас умрет, пойдет. Ой, какой хук просто в туман. Ну, Люрик у нас тут никак не уходит. Роксана начинает замедлять просто. Просто настало мое время. Сейчас будут фокусить тупо меня, ребят. Ну, сами видите, как бы догон просто... Просто никаких айтемов на сейв. Просто в дэмэдж все максимально солировать. Скилле жмет ББ. Not bad. Эх, ну... Я себя буду сейвить. Нужно либо под самый конец, когда уже видишь, что там чел сейчас умирать будет, чтобы максимально дэмэджа. Потому что... Ой-ой-ой, начинается у нас файт. Прыгает орк, прыгает огр, прыгает в аппарата. Все, юзается дисмембер. Аппарата просто скушали. Аппарата дерется. У нас тут Ризрак, Леорик дерется, пытается 1 на 3. Очень кривая пила, но тут юзает Ливера. Юзается у нас Гордиан Эйджел. Репел на Леорика, умирает огр. И, соответственно, что будет происходить дальше, увидите в следующей серии. Да нет, нифига, не увидите в следующей серии. Хилочка висит на Леорике, очень много хилит. Умирает у нас тут Ризрак, просто стычки. Бегает у нас Пудж, по Пуджу Фаербласт залетает. И, в принципе, тут его будут разбирать по трекам. И это, кстати, чревато, потому что 2600 уже на СТшке есть. А это плохо. БКБ на Леорике, соответственно, нужно... Что-то какие-то... Да что ж ты от меня хочешь, подписчик мой, да? Да играй, господи. Я в таверне. Меня вгрызлись, просто убили. Скар, блин, так. Так, задиспелил. Хорошо. Леорик тут стоит. Опасненько. Гоу-центрик поставим, может, друг тут. Не знаю. Можно, можно напасть, ребят. Я хрень сделал тотально. Хилю его. Чалька. Ладно, подсейвим пацана. У меня кончились кнопки. У меня просто кончились кнопки. Умника контрит. Хорошо. Хорошо. В меня хочет целиться. Придется кинуть ему дизарм, ребят, с руки бейте. Придется кинуть ему дизарм. Хорошо, ребят, ну кончились у меня кнопки, я там просто уже протупливал стоял. Что делать? Хорошо. Захилил Леорика просто там. Очень много хитпоинтов Леорику поднял. Это плохо. Но там БКБшка уже нажалась, не смог. Не достал я уже кнопками. Так, ну манга это не серьезно. Одно манга гоу надо завардить. В принципе, в роли саппорта тут иду сейчас. Так, вот раскидаем ребятам, чтобы... А ульт аппарата? Она вроде подцеливает, да? Пойдет. Пойдет. Сейвим. Хорошо, засейвили всех, в принципе, тиммейтов. Пойдет. Пойдет. Там транквилы хилили в 2х в режиме. Вместо 15-30 отхиливало все. Пойдет, в принципе, пойдет. Ребят, гоу, я готов. Я готов, есть в центре. Надо аккуратно сейвового, ребят, подвигаться. Убивает у нас. Посмотрите, какой хитрюга на Баунти Хантере. Хитро и скушал там. И все вот это дело. Хорошо. Гоу, я готов. В принципе, надо и вейдить у нас тут аккуратно. Леорика.
Лёрика аккуратно обходить стороночкой. Нужно кайтить его в файтах, чтобы... Видите, Bounty Hunter очень сильно напрягает. Говорит, а в принципе все герои очень сильно напрягают. Как бы тут нет смысла выделять какого-то определенного. Взять Ghost надо. Ghost надо взять. И пытаться через Ghost душить. Ребят, ну соберитесь. Соберитесь. Ghost сюда вот так вот. С одной тычки снял просто этот вард. Сюда, go. Сюда, go. Заберем сейчас сторону. Здесь заберем... как говорится, заберем... Тавер заберем и такое. Честно, ребят, язык заплетается. Даже комментить ничего не могу особо. От аппарата. Не видит, что ли? Ходу не видит. Ставим тут сейчас интричок наглый. Хорошо. Буду стараться стоять в стороне. Если что, подхилить, подсейвить. Хорошо, подсейвим. Жопку пацану. Гоу, ехала. Блин, не бы гоу, секуру. Надо. Леорику там накинули кнопки. Ну, мне тут, понимаете, если будет... какая-то инициация, то мне нужно стоять все равно в стороне в какой-то. Нужно нам, чтобы пуш хукал. Пуш, если омника выхукает, потому что они его контрят. Пуш должен хукать тут. И, блин, тут аркана нужна. Не одна аркана, нет, одна аркана. Так, ну я держу позиционку. До последнего не прыгаю. Хорошо. Да, 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 ну буду ульджать. Все у меня просто догон. Я тут не выживу, вряд ли. Вряд ли. Да. Там все в меня нажали. Просто видите, как все оно работает. Никого другого не фокусят. Фокусят меня. Траксы есть, Аегис. Просто деритесь. Фокусят меня. Просто не долетел мне Гоус, к сожалению. Как видите, позиционку не выдержал, прыгнул, чтобы начать тоже файт, и, соответственно, за это поплатился. За это поплатился просто на изи. Они контрят меня, просто пытаются фокусить меня, это то же самое, что как дазл, знаете. И, блин, 32 минуточка, ну такое. Поехали еще раз сыграем, что ли? Итак, ребят, начинаем каточку вторую. Попробуем, знаете, что сделать? Попробуем, давайте здесь сыграть в дэмэдж, я не знаю, попробовать как дурачка одеть нашего персонажа. Но у него хороший атак спид, 620 рейнджа, очень прикольная тема. И, соответственно, там баратру, мы сейчас соберем сейчас ПТшку, там молнии, что-нибудь такое, что-нибудь жесткое, такое реально жесткое, чтобы... О, какое надо причесонное вести, ребят, что типа я красивый такой сижу. Трансляции. Кстати, Жумайсен Б помыл голову и все. Найс, сказал перхоти там сумбетом. Вот это все дело, ребят. Ладно, попробуем идти в дэмэдж. Как я уже повторяю, сделаю ПТшку. Но хочет у нас тут. Окей, я бот пойду. Хорошо. Хорошо, иди мид, я низ пойду. Тогда все, баланс на баланса. Баланс на в одной игре пошел на центр. В другой игре пойду на ботом, соответственно. И гоу. Просто брасер 815 хитпоинтов. Почему у него 815 хитпоинтов, ребят? Ну это такое. Даже он в шоке сидит такой. Блин, 815 хитпоинтов, это что-то много. Так, трентовочки пошли тут такие. Фармим. Фарм потенциал. Потенциал. Боже, как же он дамажит все равно. Да ну на! А, все равно умер. Зафармлено. Но экспы совсем не дают. Два. Один. Успеваю? Успеваю. Не могу накликать. Накликал. Чарж. Контрхеликс у Акса. Соответственно, будем сейчас играться. Будем играться. Гоу. Будем играться. Будем играться с Баратрумом. Догонялки. Будем играться с Баратрумом. Добиваю там кого-то. Go,
Гоу. Контрхеликс у Акса, соответственно, никакого агранча там не будет. Лина, молодец, подсейвила, если честно, мне жопу. Я там не мог накликать. Ребят, вечная проблема с хитбоксами. Как тяжело кликать, накликивать вот эту систему. И Бара принялся бить крипов, просто становится, бьет крипов. Акс тоже все знает свою стихию. Как крипа не добило, я, конечно, аорирую. Гоу, Акса. Смотри, что делает. Он наркоманчик. Стану ему, гоу и ГГ убить как. Ты шо? На баратруме на своем. Кстати, будем... что мы там диспелить будем? А, ни хрена мы там диспелить не будем. Акс хитрец, хотел крипа добить. Ребят, но надо сапоги. А чё, можем вот этого пацана? Эх, ну... Могли на самом деле. Чё по... 90 дэмэджа очень мало, и там 90. То есть 180, это того 150. Просто какой-то ласт хит. С руки долбим. Хорошо, ну я тут умру походу, да? Бара должен бежать. Дизарм. Не успеваю. Ой, хорош. Хорош. Да что ж такое? Я не могу вообще прокликать. Он тут умрет все равно. Если у него раньше не отлагает. Но я хочу добить его. Прям очень хочу его добить. И если сейчас он раньше, конечно, баратрум отлагает, чем я, это будет, конечно, трэш. Но он тут все равно от Лины тычку убегает. Я могу, в принципе... Ну, я уже нажал, чтобы бежал у меня персонаж. Такие интригующие моменты. Смотрите, просто такие лоу-хпшки. Лоу-хпшки, по-моему, хэдпоинтов у нас. Хэдпоинтов у нас одинаково. Я его хэдпоинты. Ладно, дурачок на здесь, если вы представляете вот эту всю тему. Ну, в принципе, не знаю. Я сейчас пойду на мидлейн тогда, потому что тут, как видите, проблема у нас. Веник у нас, походу, вылетел. У Венома мамка дернула шнур, говорит... Говорит, как же ж... Кикаем. Хорошо. Самая быстрая рука на Диком Западе. Ах ты, хитрюга. Забрал ливера. Ну вот это вот просто хитрец. Хитрец. Ладно, берем ботл, идем в центральную. Я мид пошел. На линии. СПС теперь. Молодец, парень. Кого оставляем здесь нулик, прилетает кура, отхиливаемся, отпиваемся и дальше так вот делаем. Хорошо. Остается у нас так вот сделать. Хорошо. Курион у нас классический пушер. Эй, Биратан, я тебя там бью, если чё. А он тут, кстати, деревьями своими тупо харасит. Я так понял. Хитрец. Куривоне. Причем неплохо харасит они. Надо левел прокачать просто и все. Все нормалек будет. Так, ладно, тычка. Биотавра и тычка. Добиваю. Хорошо. Пойдет. Прогоняем просто с линии. Ну, я думал, если честно, ребят, что ботом пойду, на ботами бы с Линой развалили кабинеты. А так у нас минус один игрок, но это на самом деле плохо, но будет интересно. Уйдем в кора. Будет интересно. Тут как бы... Дело такое, что реально будет интересно. Хорошо. Пойдет. Пойдем за рункой сбегаем. Урса у нас там. Ой-ой-ой, Урс. Ой-ой-ой, смотрите, что делается. Задиспелли хейст. Только не спруты. Лол. Я хейст с него задиспелил, он внизу. Он внизу забрал руну и... Жесть, конечно.
Кормят Варион. Хоть и крипчики. Ну вот 60 голды уж, извините. Два крипа добил, 60 голды, ребят. Это тоже не хухры-мухры. Гоу 2 варда. ТПшечку. Ее Лина там зарядила ботл себе. Ну, Лина пусть ботл сначала себе возьмет, тогда у нее там просадка. Надо уважать своих тиммейтов. Так, там веника как водоноса привели. Хорошо, вот так вот. Вот так вот, а. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И йогурт пришел. 700 хитпоинтов. Ого, у меня куры, ребят. Нужна курочка и вардики. Эх, ну, один какой-то слот остался у меня на базе. Да, меня там убивает, но мне не абсолютно не страшно. Ребят, у меня есть кнопки. Хорошо. Накидываешь ультимативную себе и все, просто плевать на все. Блин, от пуша бы что-то от фурионовского. Типа первый спамить, что ли, я не знаю. От пуша бы фурионовского. Так, иди отсюда, да, муму дизарм просто. Очень сильно харасят мид-тауэр. Тут, походу, без вариантов. Глиф прожму. Пытаюсь максимально задефить. Он душит тэшку. Злые, наверное, сейчас. Злые, наверное, сейчас пацаны на меня. Но, блин, что поделать, ребят. Так, там надо как-то жить. Тут это... Это жизнь! Как Майнкрафт! А, все, я тут умираю, ребят. Я тут умираю. Так, ах, ща от нос. Хорош. Дальше не пойду, братишка. Фурион тпхнет со второй, если что там. Хорош. О, Лина, молодец. Спасибо. Кура, надеюсь, ТП не сделает сюда. Или тут кура не висит какая-нибудь. Так, гоу топ. Да что ж такое-то, ребятки? Ну, подсейвил их и так сам свою жизнь и оставил. Ну, не знал, что Огр, ребят, идет туда еще. Я бы, наверное, так сильно не бычил. Не добил немного вивера, просто не достал кнопкой. Печалька. Ну, вчетвером, получается, на топе были. Двоих разбили, один ушел. И Огр подошел, молодец вовремя. Надо варды расставить, ребят. Без вардов тут тяжело будет. Тяжело будет без вардов. Но Урси, наверное, третий. Я просто не докинул, немного не доконтролил, поэтому такое. Убивайте тут огра. В принципе, изи фраг должен быть. Лина должна попадать станом. Лина стан не попадает, просто сдувается у нас никуда этот стан. А Баратрум прибегает. Но ТПшечки нету, чтобы подсейвить кого-либо. Ну, такое, ребят. Ну, должен бежать хотя бы. Я бы сюда бежал. А он бежит прямо, ребят. Это, я считаю, неправильно. На Сларке бежать прямо. Прыгай, братишка. Хорош. Дал дизарма ему. Ну такое. Такое. Я ему дал дизарма. Ну там, если бы там не ультимативная парни на этом фурионе. Ребят, ну хочу молнии сделать, потому что тут нужно будет как-то дефиться. И с молниями будет дефиться. Прикольно. Ульт по КД был. Второй, не знаю, не давал. Думал, что ты такой. Хорошо. Ну, он, по-моему, там подразвернулся или нет. Не знаю, я на самом деле не следил за этой ситуацией досконально, так как надо. Ребят, я извиняюсь, но мог даст Ларку, мог лечилку. Лечилку мог Сларку накинуть, но... Не знаю, он там уходил, в принципе, изи. По-моему, он там развернулся, сам виноват. Плюс еще ульт Фуриона. Там был холодный расчет, он там, ну, развернулся, да, там Сларк. Но у меня, по-моему, не было ультимативной. Я не помню. Ну, мог второй, третий дать, но тогда не хватило бы маны, чтобы добить. Понимаете, тоже как бы... Пушаем.
Пушаем низ. У нас тоже Фурион работает. Арчит делает, ребят. Нужно будет какой-то дизейбл делать. Диспейл. Ну, у нас там Шишер Гоу зафармим паучков. Хорошо. Вкусные паучки. Т2 идут. Но, походу, нам тут будет оверпушно. Т2 идут. Но будет интересно. Будет интересно. Будет интересно. А-а-а, печалька. Пушит максимально. Все, есть молния. Можно душить, можно душить. Поехали. Хорошо. ПТ на силу и поехали. 2Х. Пошел фарм. Молнии купил, пошел фарм. Понимаю. Ой-ой-ой-ой-ой. На топе начинается у нас файт. Ну, такое. Бара бежит тоже, ребят. Ну, я не знаю. Кайтят меня, байтят. Надо тоже дефить. Надо дефить и... Знаю, печалька. Печалька. Там ребята шарят. Что нужно делать? Сларк. Сларка все есть, в принципе. А Сларк в лейтгейминге выиграет игру. Дожить только надо. Ребят, походу тут придется сделать типа какого-то Юла, потому что там сейчас будет Арчит. Арчит мне нечем будет снимать. Просто нечем физически. Либо Манту. Манту, серьезно? КОПТ на ловкость. Побыстрее будем бить. Быстрее бьем, быстрее пушим. Жестко поливает, конечно. Персонаж просто даже не будем ласхитить. Хорошо, далее. Я спушу и приду на ТП. Спушу и приду на ТП. Хорошо. Вард поставлю и пошел я. Гаумант. Собраться в коре на данном персонаже, это, конечно, нечто. Но тут нужно будет тащить именно. Походу. Гау ТП-шку нажму сейчас, наверное. Да, нет, нет, да, да. Гау через центральную. На миди-Т соберу. Постараюсь. Крипов сначала. Пушу. Так, ну Фурион тут. Погнали туда, ребят. Там сейчас будет, скорее всего, файт. Детекшена нету. Баран здесь не бежит? Нет, хорошо. Арчит. Там арчит. И вард, да, поставил он. Тупо фаст арчит у него. Прыгай, 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 прыгай на сларке. Эх, ну прыгай. Не бойся. Хорошо. Сек. Яша, блин, мне чуть-чуть не хватит. Там вард. Вард. Ребята собираются дальше драться, юзаются у нас дебаф. Будут ли тут паучки какие-то? Я иду. Хорошо. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Кумариты полетели. Уфу. Найс, даст ты, братишка. Хорошо. Кумариты фуфу. Сларк, я тебя передамажу. Пусть добивает, я не стану добивать его. Он и так в какашках, а я, в принципе, в нормальной теме. Ребят, ну товара стоят, остается у нас. Акс-дагер, акс-дагер, ребят. Акс-дагер. Надо предупредить своих тиммейтов, что он вот тут вот стоит. А зачем Венома выводить? Это ж просто фит контора. Фу, сюда. Фу, сюда. Так, пошел. Пошла деф контора с фарма конторы. Опа, успели я тут жить? А, будет торчит. Будет торчит. Пока живу. А, не живу. Жив, но не жив. Да, божечки. Баратрум законтрил. Конечно, ребят, конечно. Баратрум законтрил. Ну вот, контрпик Баратрум. Если бы я... О, смотрите, Кура висит. Кура висит. Найс, шаристый Фурион. Молодец. Ну и не было никакого ТП-сейва, чтобы
как-то помочь. Хорошо. И ни копейки не дал за этого курьера. Печалька. Видно было. Ну пусть посмотрят админы. Пиши репорт. Ладно, пиши репорт. Пиши репорт. Сларк прыжком не попадает. Это, конечно, прискорбно. Гоу, гоу. Но сейчас на развороте. Молнию можно? Хорошо. Хорошо, ой, не успеваю. Ой, не успеваю. Неужели мне тут сейчас лицо будут ломать, ребят? Зачем я на себя кинул? Жесть. Ой, лол, ЧСВшный. Чел. Чел ЧСВшный, овер, там просто овер ЧСВ. Там овер ЧСВ, челик. Ну, будет приятно наказывать таких челов, ребят. За это овер ЧСВ. Если в риле тут выиграем, но тут нужно будет очень сильно запотеть. Нужна манта, нужна линка. Нужны сентри, опсы, потому что команда не сильная. Но попытаюсь. Лина молодец, соображает что-то. Фурион, конечно, чисто лошок. Честно вам скажу. ЧСВшный лох с про-аккаунтом, со скупленными мутами, со всей хренью. Не знаю. Да, надо сейвить пацана, наверное, или нет. В спину заходит у нас Лина, да? Убивает? Просто ультимативный, молодец. Т2 у нас падает, Сларк не может до сих пор купить лотар. Нужно аккуратно подфармить, ребят, орбу. Орбу дофармить. ТПшечку взять, гоу, ТПшка, сентрик. Нулик продадим сейчас. Не знаю, там такая безвыходная ситуация на миде была. Кинул себе дизарм уже. И, то есть, как бы, ну, тяжело было что-то сообразить. То есть, ситуация уже, там уже смерть стопроцентно. Акс прыгнул, ультимативную накинул. Не помню, на себя, что ли. Сларк юзает у нас ульт, тут молодец. Го, вот так вот. Пашка, КД, понимаю. Жалко. Фурион тупо в пуш у нас. Ну, ХГ вообще нельзя отдавать, будем на ХГ дефиться. Вивер сакрет. Тяжело. Тяжело будет, очень тяжело, но интересно будет. Нету ТП-шки до сих пор. Акс прыгает, но Урса даже ничего не жмет там, печалька. Забирают у нас Акса, да? Молодцы, молодцы. Хорошо. Хорошо, полманты есть. Дальше линку. Хитрец. Хитрец на баратруме. Топ ломают. И Акс. Акса не страшно. В принципе, сейчас убить будет. Хорошо. Спасибо за подписочку. Кто подписался, но я как бы не стримлю сейчас. Так, ребят, ну топ надо дефить. И топ. ТП сразу. Сразу просто топ ТП. Деф надо. У деф, ребят, глифа нет, я глиф садил, но будем сейчас дефить. Виверу надо. На дизарм, вот этому пацану вот так вот. Виверу так и не кинул дизарма.
Я живу пока. Стоит огр просто. Хорош, зацепил. Хорош, отдыхались. Но Сларк камбэкнет. Сларк камбэкнет, молодец. БКБ хоть сделать тупо в наглую. Молнии БКБ, ребят, это просто мои айтемы тут сейчас будут. Я просто буду стоять и бить. Серьезно, опять вон висит. Убейте. Лина, второй. Второй. Вот он летает. Вот так вот сделаем. Все, Сларк у нас с Маднесом пошло дело, вот это все. Мега килл, ну я не сомневался, что Сларк начнет, в принципе, это дело все делать. Но если Фурион увидит это видео, а я думаю, он все равно увидит когда-нибудь. Братишка, я на тебя не обижаюсь. Но действительно было видно, ты сам прекрасно видишь по игре. То есть и за твои слова действительно, ну, шапалаха. Чисто шапалаха, братиш. Без обид. Шапалаха и все, и ты искупил свою вину. Да не, шучу честно. Достаточно обычного извинения за то, что... Я тоже помню, так в игре срывался, так начинается. У нас там файт на миде, я тут стою фармлю. Гаузавардим руну и уйдем. Не вовремя, конечно, я пошел вардить. Не вовремя, ребята, очень не вовремя. Но вариант такой, что вариантов нет. Сларк тут умрет, торчит, там вешается. Хорошо, хилимся, живем. Паучки. Хорошо, но есть дизар, могу с руки бить просто. Найс, отлично. Боже, с какие молнии же закидывает он. Прилетит ульт? Не летит. Значит, отвел куру. Найс. Хорошо, но манта сейчас помогла на самом деле. Но он, по крайней мере, не хочет на меня арчить теперь кидать, это видно уже. О, молнии купим. Будем поливать сейчас. Жаль, Бивера не убил. Но там, блин, не дают немного времени под первым спылом подержать. Так, помусолить, знаете, так сказать. Ладно, не то мусоли уже, ребят. Рафлан, ребят, не сочтите за грубость. Серьезно. Рофлю, вард опять поставили, да, или что там? Я же шучу, у меня контент образовательный плюс фановый, ребят. Ой-ой-ой, ну буду сейвить, пацана. Сейвить, пацана. Хорошо. Эх, надо было третьим стиливать. Кто ливнул? Бара ливнул. Ну, минус один фидер. Просто с руки нарезаем. Понимаю, молнии есть. Можно поесть. Ням-ням-ням-ням-ням. Боже, дебил. Фуриона ловить бы как-нибудь. Все, пошел мегадев. Вот это все, поливание. Поливание, вот это. Гоу, вот так вот, ребят. Вот так вот. И все, в принципе. Нечего бояться будет. Фуриона бояться, только стороны подпушены постоянно. И ботл сейчас продадим, ребят, потому что тут ботл по-любому надо будет сейчас продавать. Нужно носить ТПшка, так как у нас ПТ. И будем так это и работать, Урса. Все, есть. Отлично. Найс. Ну, будет интересная катка. Я рад, на самом деле, что так получается. О, встречаются два пацана.
Братишка, как дела? А вот тут кура висела. Видел по карте только что. А, это не кура, это вард. Все, хорошо. Хорошо, когда идешь просто так спокойно, сидишь просто по карту, смотришь и все. Все видишь. Кого тут чекнем? Да, есть. Фурион, наверное, меня просто тупо ненавидит. Уже думает, что я рили какой-то читер или тому подобное. Хотя вы сами видите, я просто банально хожу и Урса просто так ультует. Не знаю даже, что, как это работает все. Гаурошу. Гаурошу. О, хаста, найс, бегу. Бегу сейвить, братишка. Хорошо. Фурио, найс, ТП делай. Урсик, давай танчи. Я собью со всех паучков. А с Рошана можно не сбивать, просто убиваем также Рошана. Минус армор лишний не помешает. Хорошо, берите. Аегу, найс, молодцы. Можно по сторонам сейчас, изи. Я сейчас что имею ТПшку, могу задефиться. Найс. Хорошо. Go дефни. Дефнум? Дефнум. А, не знаю, может лотар сделать, типа. Вообще, чтобы... Вылетаешь такой, раздаешь дэмэдж, пошел. Ну что бы вы сделали? Наверное, крит бы какой-нибудь, да, к этой всей теме. Теме. Чисто порофлили. Ну, БКБ хочется тут на самом деле, чтобы вообще просто стоять, долбить. Здоровый оракул раздаю. Просто. Забавная игра. Безусловно. Безусловно, забавная игра. Так, вот так вот делаем. Хилимся. Одной хилки хватит, я думаю, плюс. Не, гоу еще одну. Лишним не будет, ребят. Лишним не будет. А, дефолты вардить не буду. Лучше атак. Атак какие-то... Гоу. Иду. Гоу. Славка вообще изи. Катка. Изи. Тоже. Все, найс. Гоу. Тэшку. Тэшку изи, да, тут, в принципе, ГГ можем выйти. Я могу, в принципе, рапиру для контента кинуть. Изи будет, я думаю. Меня все равно никто не убьет. Хорошо, просто пушим. Найс, еще иллюзии, кстати, очень много дэмэджа вносится. Гоу, да пушим просто. О, ТПшки нету, ребят, гоу на Б. За ТПшкой. 3800. Вином, ставь свои варды законные. Сильно. Кидываем себя в приоритете. Ух, хоть сравнял с хитпоинтами. Просто лагун. Хорош. Его задиспелим, пацанов. Оу, бару заюзали. У меня ТПшка есть. Ну, живу, скорее всего, да. Хорошо. Огр, вовсе не медведь. Гоу, агрессивный вард надо, ребят. Захилимся. Надеюсь, тут варда нету. Нет варды, это хорошо. Гоу на базу дефится. Подзахилились. 6к голды. Гоу, рапиру. Или не будем рисковать, ребят. Рапиру. Вижу, подписчик какой-нибудь по-любому пишет. Рапиру. Уговорил. Уговорил. Подписчик какой-то сейчас, который там кричал: рапиру, пожалуйста, для контента. Эх, чуть-чуть не хватает, ребят, да? Чуть-чуть. Будем просто, главное, не умереть за дизейбл, стоять, стороночки, просто поливать.
Шагов отсюда. Бэк надо, срочно. Гоу даже вот так вот сделаем. Обманочку пустим. А, как раз будет давать вижен. Хорошо. Гоу пешочком, окей. Вард бы поставить. Гоу вард, вот поставлю вот здесь где-нибудь вард и... Найс, пикешка. Дальше не пойду. Опасно. Гоуст, братан, жми. Че, гоуст кдэш-то? Хорошо. Гоу вот такими затарами идти. А чё? А почему нет? Крит бы еще до этой кучи, да? Оракл такой бомбический. Ну, пытается сделать. А сейчас Блэйдмейл, да, будет выходить. Понимаешь, очень много будет дэмэджа. А я могу просто умирать под ультимативной, под своей. Разницы нет. Нериф. Нериф у нас вот такой вот заряженный будет. Заряженный Нериф. Шериф, короче, местный. Заряженный. Хорошо. Главное, вардики приходить снимать, чтобы парнишки злились. О, гоу, пацана, вот этого. Давай. Интересно, сколько буду дэмэджа вносить сейчас? Сняли, задиспелили. Хорошо. Дай мне, пожалуйста. Я же тоже стараюсь, братиш. Хочу. Хочу фрикилы. Просто рапира изи катка тут. Гоу захилимся. Сларку накинули ульт, там арчит залетел в нему, чтобы он себя, ну, хорошо чувствовал. Сняли с него арчит, соответственно. И поехали. Кто там живой у нас? В принципе, а живых-то и нету. Хорошо. Поливаем просто. Молнии тоже я не просто не нажимаю. Меня не фокусят особо, я и не нажимаю. Один раз вот тут нажимал молнии. А Сларка надо кидать тупо. И все. Акс хочет прыгнуть. Акс хочет прыгнуть. Да прыгайте в Сларка, я помогу там подраться. Хорошо, начинай, начинай, давай, давай, давай. Хорошо. Просто поливаем. А с ботом пушится. Огрик хочет поговорить. БМ на огре. Но надо... Успеваю. Не успеваю, ребят. Линия. Очко засейвить. Надеюсь, успел засейвить ей жопку. Да, засейвил. Хорошо. Все, ГГ. ГГ. Ну, а, не успеваю для картиночки опять закупиться, ребят. Ну, такое, конечно. Ну, вот такая вот каточка, в принципе, в коре интересная. И выиграли Фуриона, который подумал, что я... С МХ, игра и тому подобное. Ну, рили, ребят, видно было. Рили, вы сами прекрасно видели. В общем, ребят, вот такой вот гайдик на Оракла. Надеюсь, вам понравится. А, смотрите, ну, на самом деле, вот эта сборка, это фан-сборка. А первая сборка, она более серьезная. Такая, позволяющая, в принципе, отыгрывать, ну, более лучше на данном персонаже. Но, есть еще одна сборка. А это полностью full sub. Арканы, мека и, то есть... Куда лучше, на самом деле, будет персонажа собирать именно так. Поэтому, ребят, обязательно собирайте его через меку, через арканы. Лично я считаю, когда нужен хороший саппорт. А это реально очень сильный саппорт. Ну и в комбинации, конечно же, с Хускаром просто насыпай в кратер. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. И хорошего вам настроения, счастья, любви и добра. Пока.